На данный момент у меня 17500 рейтинга. С прошлого ролика нормально поднабрал. Если ролик про калибровку не видел, то вот можешь посмотреть после этого видео. И я решил вообще изучить, кто играет на каких рейтингах. И сегодня решил зайти на аккаунт, на котором 1500 рейтинга. И меня завели очень интересно, кто вообще там играет. Поэтому себе заранее лайк и, конечно, подписчика на канал. Продай канал тоже издевай. Там все еще идет розыгрыш. Там совсем скоро итоги. Через неделю буквально. Поэтому, ну, зайди ты, нажми одну кнопку, прими участие. Тут скинут за 30 тысяч разыгрывается. Ну и в комментарии уже можно начинать писать. Ха-ха, зашел на свой настоящий рейтинг. А я пошел пока на аккаунт заходить. Ну что, мы в КС-ке, как видите, здесь рейтинг 1500. Спасибо, кстати, за аккаунт Григорию. Подписчику моему ВК мне написал, чисто скинул вообще. Красавчик. 1500 рейтинг — это настолько мало, что даже не показывает какое-то место в мире. Хотя, условно, если у тебя 8000 даже рейтинг, тебе покажут, что там ты на данный момент примерно топ 1080. Сам рейтинг серый, вообще ничего и он не значит, я не знаю. Поэтому я предлагаю начинать катку и смотреть вообще, кто на этом рейтинге играет. Удивительно, но катку нашло буквально за секунд 30. Что, у нас только много людей отправлялось на 1500? Нифига, тут, кстати, меня кинул. У челов никого нет звания, и вот один только 3000 против меня. Ладно, погнали банить карты, которые не люблю играть. Ну и пацаны хотят играть Мираж. А, не, не хотят. Никто не будет играть Мираж. Очень странно, играем Уверпас, ладно. Все, катка начинается. За поражение меня минус 0 снимут. Что? На настолько низком рейтинге тут просто не снимает. Тут его только прибавляет. Я этого не знал, честное слово. Потому что на моем рейтинге у меня 17500. Там за победу 200 с копейками, за поражение где-то 120. А тут, ну, меньше получить тупо невозможно. Ладно, погнали. На нафиг. Next. Вы все в коне живете или чё? Ладно, тактика трое кон. Такого я еще не видел на овере. Guys, what rank do you have before this update? Чел, кстати, говорят, что у них тут до вот этого внедрения в CS2 рейтинг у них звание было Silver 3. Ой, а почему на Ане кого, ребят? А, вот ты где. А, ладно, меня 1500 рейтинга уволили. Неплохо, с маг 10-го очередями стрелять такой очень вел. И он про него забыл, просто он его видел, он через секунду его забыл, что он там стоит у него. Никто кон не играет, один вот у нас тут. Нормально, бро, неплохо зажимаешь. Братан, ну тут сзади немножечко. Что ты бегаешь? Неплохо, ребят. Так, ну по идее должны были ему инфу дать, но, видимо, челу в конь не дали инфу, что один на шарах. Он просто, ну, решил отойти. Нормально. Два раунда подряд килл с ножа. Не знаю, мне кажется, с ножом могу бегать, и мне, ну, тупо никто ничего не сделает. Тихо. Репикни. Молодец. Ну, в принципе, кстати, я также в коне за КТ стою, постоянно репику и также дохну. В принципе, мы вот с челом, который на 1500 рейтинга играет, не особо отличаемся. У чела, у которого, который играет на 1500 рейтинга, нож есть? Подождите, что-то про... У него два ножа, у меня у самого даже один нож. Кстати, капец, за КС2 в последнее время скины подросли в цене. И если вдруг хочешь продать парочку своих скинчиков, так сказать, зафиксировать прибыль, то залетай на aim.market и вводи вот сюда вот промокод BRILL, активируешь и получаешь плюс 5% продажи. Хотя даже и без них тут на самом деле самые сочные цены среди всех. Вот у меня как раз есть лишь билеты, я их покупал за 250, а тут они стоят 354. Выбираем любой способ вывода, я выберу в своем случае киви. Вводим номер телефона и жмем получить деньги. Принимаем трейд, и меньше чем через минуту деньги уже у нас на балансе. Кроме того, тут также можно дешево покупать скины. Допустим, этот Falchion Brightwater прямо с завода стоит на iMarket'е 16451 рубль. В то же время в стиме он начинается от практически 20 тысяч рублей. В общем, думаю, выгоду ты сам видишь, на iMarket'е реально самые лучшие в мире цены, как на покупку, так и на продажу. Поэтому, если вдруг подумал продать свои скины, то по ссылочке в описании можешь зайти на iMarket и обязательно используй промокод BRILL, который дает плюс 5% к твоей продаже. Ну а теперь полетели обратно к ролику. Неплохо. Ты куда прыгаешь? Как я... Ладно, кажется, я реально на свое звание зашел. Не попал. Ладно, все равно он ко мне прибежал. Ничего не говорите и не пишите в комментариях. Я все сам знаю. Знаю то, что я сижу, понтуюсь хилами на 1500 рейтинга. Я совсем уже забываю. Кстати, если вдруг кто-то из вас захочет в комментариях написать, что я руиню противникам, я вам напомню, здесь за поражение не снимают ни одного рейтинга. Ни одного. Первый. Второй. Last on B, just go. Я говорю инфо. Last on B, бро.
Ладно, братанчику я говорю, что последний на Б. И вместо логичного то, что, ну, я бомба. Можно пойти за пульта А, где никого нету. Он идет Б. И команда его в этом поддерживает, кстати. Не, я... И еще удивляется. Ты мне в полете голову ставишь. Ты вообще псих. А, у нас трое шор стоят. Maybe you go someone on A, what do you think? Сейчас какие-то бусты хочешь, у него дверь в коннекторе закрыта, что он смотреть хочет? Этот все еще пытается какие-то джамп-бусты сделать, nice какие-то максимальных тупых позициях. Зачем, когда у него шур человек уже смотрит? Ну не, ладно, будем честны, ну, чел своя игра, чел кайфует. 400 урона, 5 на 13, если ну... Пацан мир познаю. Ой, ладно, 7-9, че мы проигрываем? Вот. Он снегивал! Заты! Ну это гений игры, я вам говорю. Да, ты не стреляешь по моим тиммейтам. Нормально. Нормально, у нас все Б, бой чата нашего. Вот именно. One more middle. Okay. Ну, я, кстати, дал инфу, что там middle. Трое стоят heaven. Но, что со скинами, мне кажется, из всех моих тиммейтов самый умный. Он нормальные вещи делает, когда надо ротейтиться. Ну, типа, плюс-минус адекват. Ну, зажимы часа плохо, но потом пошел нормально. Как ты ставишь? Какой ты гений. Что ты забыл на этих званиях? Ладно, хотя бы так выиграли. Сколько я в итоге настрелял? 31 килл на 17 смертей. Неплохо. Сколько мне дали в итоге рейтинга? Плюс 218. Сюда. 727. Я всего одну катку выиграл. Куда вы там так разогнались, мужики? Нормально. Так, раз мы на таких реально рейтингах, то можно, думаю, P90 взять, мне никто за это ничего не сделает. Ладно, только почему они опять 4B играют после выигранного пистолетки, это мне непонятно. Алло! Попрочекивать надо, братан, ты мне жизнью обязан, 2 хп оставил. У нас пацан с дровяком просто пушит. А, он убил? Ой, ребят, вы что тут делаете? А как P90 стрелять? А вот это был плохой фраг. Фу, уже перестали давать. Да как? Тихо. Еще один кон. Господи, там спавнер вас. Нормально, эйс. Я никого убить не мог все это время. Это уже называется игра. Эй, братан, давай, ты на первом месте, ты всех выносишь. Лучше меня играешь, просто одну поставить. Молодец. И второму. У меня такие же чел на 17к играют. Что он забыл на 1700? Чел даже знает, тут буст. Вы что на 1700 забыли? Когда челы сильверы это знают? А я потому что я думаю, именно сильверы здесь играют. Я в шоке. Ладно, погнали, 3 ластовая каточка, все еще минус 0 мне дают, и при этом плюс 53, ровно до 1999. Если эту катку выигрываем, то владелец аккаунта уже сам там как бы, ну, если достоин 2000, то выиграет. Хотя, учитывая, что Элла не снимает, мне кажется, будет это несложно. Но за последние две катки я не понял от слова ничего. В одной супер дебилы, в следующей какие-то реально челы с моих рейтингов. Тихо, и ты подожди. Ой, и по своему тоже накину. Чисто лишним не будешь, чтобы не расслаблялись. Катки Сэпа, там, ну куда ты пикаешь? Как здесь классная анимация Удивса, я уж про нее совсем забыл. Давайте посмотрим, что у нас 1900-ник сделает. Так, угол проверить. Проверил. Молодец, увидел. Не стреляет, дочекивает. Молодец. Ну, шифтран отпустил. Молодец. Отрезал рампу моликом. И еще и флешки кинул. Алло, почему между вами разница 400 поинтов, и при этом вы такие гении стали? Что было в первой катке? Я смотрю, все, никто не пуш нас за КТ. Все стоят в своей позиции. Хорошо, не пикут. Углы неплохие. Конечно, вот этот, ну, скажем так, тут просто что-то проскочит, а он не заберет его. Почему их кидают на 1900 рейтинга? Реально, ну тут минимум 10 тысяч, я смотрю. Звание здесь минимально, ну, калаш, я вам скажу. Хотя в первой катке я спрашивал, у человека были сильверы. Нормально, нормально.
Нормально. Ну мне приходится реально потеть. То есть уже как первый катки я на нож не могу челов посадить особо. Полторы тысячи рейтинга у людей. Я не знаю, сейчас в этот монитор ударю, потому что я ничего не понимаю. Что это? Вот почему челы больше меня набивают на этом рейтинге? Я вам говорю, если вот человек вам говорит, вот у меня там 1000 рейтинга, спрашивайте именно. Если у него меньше 1600, то он вымченный бот. Но если у него больше 1600, то бойтесь. Нормально, одного забрал, пойдет. Ну, если пойдет, я на 1900 рейтинга радуюсь тому, что я одного забираю на пистолетке. Когда моя команда, вот так вот, тихо, аккуратно, распикивай, на шифте, бэмс, отошел, угол занял, отошел, пострелял, и добил просто в голову. Что вы тут забыли? Ну, почти, лас би. Вот я говорю, чел, лас би, он не идет на б, как в первой катке, чел, он идет на а. И добивает 13-1 в одни ворота. Буду честен, на 1000 рейтинга играют сильные челы. Ну именно после 1600. То 1600 это вообще какие-то реально сильверы, ну типа заслуженные. А после идет какой-то полный бред.